Самаре завершается областной конкурс профессионального мастерства «Топ-дизайнер». Какими успехами уже могут поделиться организаторы и участники соревнования? Могу сказать, что наша марка «Самарских дизайнеров» даже посетила Александр Рогов, который был в Самаре в этот момент и заехал, посмотрел, пообщался с нашими дизайнерами. Вишенкой на торте было приобретение зонта прямо с подиума. Кому из самарских модельеров посчастливилось выйти в финал? Очень многие делают все вручную, специальные вышивки. Они все это рассказывают, показывают. Некоторые придумывают свои технологии по пошиву. И это просто эксклюзивные вещи. Я здесь сделала упор именно на самарскую историю, так как так патриотично, и весна, и как-то набережная, сезон, да, туристы, гости нашего города, которые тоже не обходят место стороной, принт, собственно, о набережной Самары. Что ждет гостей заключительного фэшн-шоу? Мы будем вместе со зрителями учиться консервировать счастье. Я думаю, что вы все уйдете в фантастических эмоциях и гордостью за наших самарских дизайнеров. Своими впечатлениями делится руководитель проекта «Аврора Молл» Ирина Михайловская и финалист конкурса «Топ-дизайнер» Яна Кузнецова. Смотрите программу «Город С» 25 апреля в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».